Вот, дали свет, поздравляю. Перекат все стороны, а не назад. Окей. Парирую. Не умею. Я не умею парировать. Не умею. Я пробовала. У меня вообще тогда ничего не... Все перестает получаться. Два удара. Подбегай. Отличная тактика, призрак. Попробую. Как обидно, блин. Я, кстати, уже спрашивала, но что-то мне никто, по-моему, не ответил. Если у меня закончится озарение, это ничего страшного? Ну вот я на них тут покупаю. Мне вообще пофиг, есть они у меня или нет. Но это плохо, что вот у меня их все меньше и меньше становится. Да ничего. Именно так и есть, опять сдохла. Ничего страшного. О, спасибо за ответ. Вкатываешься в бок, говорите? Ёшкин кошкин. Слушай, действительно в бок откатываться лучше. Но опять-таки не всегда срабатывает. Ну ладно. Ай, пожалуйста, не убивай меня, я хочу еще попробовать. Да, музыка здесь такая прикольная. Начал стрелять. Ой-ой-ой-ой. Ты чё, блин? Ты чё творишь? Да пял, блин. Всё, я использую таблетку свою любимую. О нет, опять эта проклятая коса. Да я не могу ему удар нанести, ну что же я врезалась куда-то, ну. Блин. Бомбила, привет. Когда Mortal Kombat возьмешь? Блин, не знаю, никогда. Он слишком дорогой для меня.
Да, я думаю, он для всех слишком дорогой. Не могу пока его взять. Я просто хотела сказать, что возьму, когда подешевеет, но это вряд ли произойдет, поэтому пока нет. Я смотрю, ничего не поменялось. Слишком жадничаешь на удары? Слушай, кто-то мне говорит, делай пару ударов и откатывайся. То есть, как это? Ты говоришь, что я слишком жадничаю на удар. У всех разные какие-то советы. Я в тупике. Пойду аптечку съем. Да, Тань, дай аптечку съесть. Ну что ж тебе надо от меня? Вот. Вот так вот я люблю делать. Ну блин. Ну да, вот сейчас что-то я действительно жадничаю на удары. Сейчас попробую бить побольше. Смотри, тем более с этой таблеткой круто получается. Да давай оружие уже менять. А, вот он поменял оружие. Сейчас будет легче. Блин, ну как же ты меня достал уже? Ну, я вообще что-то не попадаю по нему. Или попадаю. Блин, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, только не это. Господи, это ужасно. Я даже не считаю, сколько раз меня выкидывают. Слушай, Ром, я не знаю. Тебя, по-моему, постоянно выкидывало раньше, да? Лучше ведьмачка взять. Ой, ведьмачка я возьму. Не волнуйтесь, это 100%. Лучше God of War 3. God of War 3 это очень круто, но она у меня уже есть. Поэтому я ее, конечно, брать не буду второй раз. Литл, тут хрен соберешься, блин. Самое ужасное, что я его сегодня уже побеждала, понимаешь? Дигну. Отличный совет. Как тут присесть? Сейчас я жест выберу только. О май гаднес, а. Отличное начало. Просто лучше не бывает. О, смотрите-ка, здоровье себе обратно вернул. Вот эта система, то что... Здоровье можно обратно вернуть, она такая классная. Хотя не такая хардкорная. Ну, получается, как сказать, бонус такой. Но с другой стороны, я же все равно его должна ударить, чтобы вернуть все здоровье. Я его замокрила и замесила, ребят. Ну, не замокрила еще, но замесила нормально. Ну все, кранты тебе, я это чувствую.
Нет, пожалуйста. Птичка. Еще одна. Ой, как я сейчас чуть не облажалась-то. Ёкарный. Да блин. Ну как начнется у комбо. Прекращай ты эту хрень делать. Вот до сюда еще хоть что-то получается, а дальше вообще нифига. Ого! Он специально стреляет, когда я замахиваюсь. Ах, кто хитрый! Убил меня. Ну это просто жесть. У меня просто слов уже нет. Огнем? Слушай, я попробую. Мне показалось, что огонь у него ничего не снимает. Вообще, блин, я уже целый час с ним дерусь. Ну ладно, давай попробуем огнем тогда. Коса Германа хорошо здоровье возвращает. Она ему здоровье возвращает, да? Что я сказала-то? Я даже не заметила. Блин, я уже себе мозоли тут натерла, ребят. Это кошмар. Герман. Я передумала. Ну вот опять. Ну, что-то я не вижу, чтобы огнем было лучше. Хотя пока непонятно. Ну вот, я как всегда вначале жестко облажалась. Тупо. Я же знала, что он так сделает. Да? Герман первый охотник, блин. Говнюка. Пару ударов, не больше. И отпрыгивай. Ты понимаешь, ты говоришь пару ударов, а мне тут говорят, что я что-то мало бью. Кому... Кому довериться-то, ё-моё. Я решила пойти направо. Все время прикатывалась налево, теперь буду направо. Может, поможет. Ну. Почему вначале он так много с меня снимает? Коса. Опа. Опа, опа, опа. А сколько ты ударов-то будешь делать незапланированных?